Всем привет, это Сами с Усами, у нас очередная посылочка, будем считать, что на день рождения. Давайте посмотрим, что же мне прислали, а отправитель решил остаться неизвестным. Ну давайте посмотрим, что же мне прислали. О, да ладно! Ох, сейчас мы будем радоваться и наслаждаться, я предвкушаю. О, да! Так, а зачем пульт? А для чего мне прислали пультик? Сороковой! Мне решили подарить 40-й пульт. Огромнейшее, кстати, спасибо. Буду пытаться проверять. Если мне что-то попадется с 40-м пультиком, чтобы вам уже говорить да, да, нет, нет. И из плюшечек к нашему пульту есть антенка складная. Съемная, это здорово. Хоп! И вот такой вот классный пультецкий. Кстати, антенна сантиметров 30. Шикарно. Спасибо. Ну и самое вкуснецкое на сегодня — это BMW 850i. В 18 масштабе. Она маистовская. Но это, я так понимаю, не современная маиста. Это маиста старенькая. Сделана замечательно. На ней маленькие единичные скольчики, которые совершенно не убавляют радости от такого подарка. Есть еще небольшие недостатки по зеркалам. Одно зеркало комплектное левое у меня есть. Мы сделаем просто дубликат второго. Единственное, что покрасить я не смогу в такой же цвет. Соответственно, я сделаю два просто черных зеркала. И все. Вот такое вот зеркальце. Вот отсюда. Модель шикарная. Не, маиста тема, особенно если старенькая маиста. Из плюшечек все колеса на месте, и один только недостаток, то что у нас вот здесь нужно чуть-чуть поработать. Откручивается планка, также засверливается отверстие в стоечку и в ответочку, в общем, мелочи жизни. Также через гвоздик, это все вообще ерунда. Ну, господи. Вот оно, маиста, да? Вроде маиста, но смотрите, как сделано. Как на Бурага. Движок, отдельный элементик, полноценный двигатель. Модель классная, двери открываются с шикарным размахом. Видно абсолютно все. Можно найти Чулдобека и посадить его туда. Имеется наклончик у нас в спинке, что очень-очень радует. Я так понимаю, что сзади, наверное, так, ремни были безопасности тоже, да? Скорее всего, да. Видно, вот там в конце кресла, здесь под ремешочек есть место, и с другой стороны тоже. Спереди -то ремни есть, вот сзади, вот здесь как будто вырвано, плохо видно, вон там. Ну, эта роль вообще совершенно никакой не играет, она по внешке очень-очень приятная. Такую модель, я думаю, хочет получить... Да, я думаю, любой. Абсолютно любой человек. Зеленый насыщенный цвет. Отдельные фонари. Сделаны очень даже неплохо. На камере они какие-то больно бледные, такие яркие. В реальности они более насыщенные. И глазу более приятного цвета. Наклеечка. Видно, что уже такая старенькая. Тут хоп, открываем. И вдруг, если... Я не помню, у меня где-то такая убитая-убитая должна быть. И если у меня не будет колеса, я возьму запасочку. Запасочка является полноценным колесом. Это очень круто. При повороте руля колеса вращаются. Ну, в смысле, в данном случае наоборот. Так, и можно маленечко приблизить, чтобы вы посмотрели... Как оно там сделано? Ну, здоровский, реально здоровский. Ремешочек отдельным элементом. Класс. Кресла адекватные. О, господи. Так, и по двигателю. Не, подарок обалденный. Просто обалденный. Пожалуйста, открывайся. Вот такая подкапоточка. Так, плохо видно, но, в общем, там реальный полноценный движок, являющийся отдельным элементом. Ну, я вам уже показывал по дну. Кстати, подъем. А, надо, извините. Открывание замечательное, все хорошо просматривается.
И, как я уже показал, движок полноценный отдельный. Класс. Вот вам и Маиста, да? Так, ну и... О, а что отпало? А что такое? Я же все аккуратно делал. Оно клееное было? Да. Кажется, да. Да, вроде следы клея. Ну, в общем, это я сейчас зафиксирую. Меня совершенно это не расстраивает. Модель все равно обалденная. Ну и по итогу давайте посмотрим, что же у меня получилось. BMW мы починили. Колесико у нас было отломленное, засверлено, вставлен туда кусочек металла. Все, никуда ничего не гуляет. Все, амортизация работает. По передней части подклеил я вот этот кусочек. Вот она, вставочка. Практически не видно. И изготовил ему зеркало. Зеркало сделано из держателя для рулонной шторы на окно. То есть оно просто на фрамугу одевается, рулонка сюда вставляется. Почему использую такой пластик? Он более плотный, то что осталось. Гораздо более плотный. В спиннинг пластик он обрабатывается проще, но и работать с ним менее приятно. С этим, конечно, гораздо поинтересней. Ну, может быть, и, кстати, любой пластиковый уголок из строительного магазина. Так, вот наше зеркало. Так оно выглядит. К сожалению, еще пока не покрасил, не загрунтовал, само собой. Потому что нету, надо покупать и красить. Хотел показать в том виде, как оно получилось. К сожалению, оно белое, и как его не делай тень, его засвечивает почему-то. Потому что белое. Также сделано углубленнице. О, вот так чуть-чуть видно, что будет зеркало приутоплено в такой же как бы каемочке. В общем, получилось внешне один в один точно такое же зеркало. Никакой разницы нет. Пробовал их совмещать друг с дружкой. Геометрия четкая. Получилось, на удивление, очень-очень классно. В общем, если вам видосик понравился, поддержите его большущим пальчиком вверх. Напишите комментарий под видео, как вы оцениваете такой подарочек. Всем спасибо. Пока-пока. А тебе, дружочек, надо будет только это зеркало подкрасить. Ну и все.